прекрасная песня, которая, как нам кажется, и моей команде должна звучать на Евровидении. Мы другой песни и не видим в моем исполнении на этом конкурсе. Я очень люблю Беларусь. Я знаю, что в Беларуси очень любят мою музыку также. И у нас здесь много концертов. Мы впервые выступали в этом году в Витебске на Славянском базаре, на его открытии. И там я почувствовал огромную любовь к моему творчеству. Поэтому я считаю, что это огромное подспорье для меня. И мы с командой постараемся сделать все для того, чтобы достойно представить Беларусь на конкурсе Евровидения 2018, если нам, конечно же, дадут такой шанс.